Пришла пора обновить наше крылечко. Поистрепало его временем. Взломали, распилили крыльцо. Сейчас будем засыпать песочком, выравнивать, делать площадку. Что с этими бревнами делать, хрен его знает. Ладно, походу посмотрим. Так, теперь мы будем пиливать эти стойки. Козырек подперли. Сейчас вот это будем удалять. Вторую стойку поставили. Конструкция крыльца у нас будет простая. Фундамент выравниваем. Вот типа как по уровню. У нас здесь есть бетонная дорожка. Дед в лохматые времена бетон ложил везде, где только можно. Заодно и в подвал веранды тоже положил. Вот крыльцо у нас будет стоять на фундаменте. Просто каркас. Никаких столбов, никаких шпал. Ничего выкладывать не будем. Идем обрабатывать гидроизоляцией доски. Где-то у меня тут завалялось 3 ведро битума. Братан подогнал, когда у газовиков работал. У газовиков этого битума завались. Вот они и шлют его всем, кому попало. Получился вот такой гуталин. Крыльцо делаем полностью из доски 50-ки. Я имею в виду толщина. Ширина 150. Переднюю часть покрывать не стал, так как будем покрывать ее потом биотексом. Изнутри все покрыли. Все нормально. Каркас на фундаменте стоит. Каркас готов. Тянули по углам. Ложим первую ступеньку. Две доски 50. Ширина на 150. По нижнему. Точь-точь. Середина у нас будет пустая. Для усиления конструкции середину тоже будем делать. Ну, среднюю. Теперь по высоте. Ступеньки у нас получится немного высокие. Ставили мы ее вот так. Почему? Потому что по длине, если у нас будут ступеньки более пологие, у нас по длине сюда уже крыльцо не выходит. То есть лестницы получается немножко покруче. Ступеньки, в принципе, можно сделать пониже. Если эту доску ставить не наверх, а вот так вот, можно сделать пошире. И мы сделали вариант покруче. То есть, либо так можно делать, ну, не распуская доску, ступеньку пошире. И мы выбрали вариант так вот. Единственный минус этой конструкции в том, что приходится добавлять вот эту верхнюю досочку 5 сантиметров. Так как доска у нас 150, и мы здесь поставили ее наверх. Вот она. Если бы мы ее поставили на нижнюю доску, вот сюда, то она бы у нас не было плюса вот этого. А так как она у нас стоит наверху, я уже объяснял, приходится добавлять. Немножко придется повыделываться, так как под столбы надо выпиливать. Внутри получился пустой ящик. Ее, по идее, можно взять и унести. Если бы не столбы, крыльцо получилось пустое внутри. Крепили на саморезы, на стяжки, на уголки. Можно, в принципе, все это делать на гвозди. Но саморезами, я думаю, будет понадежнее. Да и разобрать можно в любое время. Гвозди выдергивать замучаешься. Сейчас все наверх, три доски. Ну все, закончили мы свое крыльцо. Дверь поменять. Ну и все. Спасибо Ване, оператору и помощнику. Пока.